Ну, а как я и говорил, я покажу, как выглядит картинка ЕБП. То, что они видят в блоке управления. Ну, ее модифицировать нельзя, нам мы только смотрим, что происходит. А они могут также кликать, модифицировать, ну, то есть прочерчивать маршрут и так далее, и так далее. Ладно, чтобы было понятно, я сейчас стою вот здесь, в секторе С, вот он находится. Я стою на 231 пути. Номер у меня идет 242-40. 2Е имеется в виду 2 электровоза. Красным, то есть путь занят. И все это белое после этого идет. То есть мне, чтобы выехать нужно, мне нужно вот так поехать. Потом 34F, 33F. Это стрелки, имеется в виду. 32. И в итоге уйти на 36А. Да, точнее, не вот так уйти, не как зеленое прочерчено, а наоборот, проехать весь вокзал. Вот так, по диагонали. И поехать либо по главной, то есть по нормальному движению, либо по встречному. Что произойдет, когда они мой маршрут прочертят? У меня откроется светофор, и вот эта белая линия, она станет зеленой, как вот здесь. Сейчас я скажу, где тепло у вас находится. 242 путь. То есть пунктир, то есть точечки, это означает, что нету линии электропередач над рельсами, то есть обесточенные. Здесь стоит сейчас тепловоз, он там стоит. У него светофор открыт. С линии, с путей под номером 242. Вот он поехал. Оп, красный. То есть он находится уже на уровне светофора. Сейчас он как только проедет, светофор, это будет у меня занятая секция. Вот он едет слева. Чтобы было понятно, видите, вот он. Как только он отъедет от светофора, вот от этого, ДДФ, то здесь останется все белым. И, скорее всего, после этого они мой маршрут прочертят. Так, маневр он взял с собой. Почему здесь осталось красным, а здесь белым? Потому что до светофора, до маленького, все забито. Ну, как все забито. Там не все забито, но на путях что-то присутствует. Мы на 241, 42, 43 оставляем тепловозы. Вот он проехал уже. Видите, то есть отдаляется. А ему прочертили в ту сторону. То есть, если сейчас взять картинку другую часть, сектор А, то у него будет прочерчено до следующего светофора. Сейчас он отъедет вот от этого светофора. И на раз станет белым все. А здесь красным, что секция занята. Вот. Вот, оп. Все, освободил он. Ну, с понтом еще не уехал, то есть он не проехал педаль, которая находится за светофором, то есть слева от светофора. Как только он ее проедет, то он от светофора отъехал. Плюс актуализация у нас идет, вот, оп, актуализация. Не ежесекундно, по-моему, раз в 3 секунды проходит актуализация. У них в блоке быстрее это все происходит. Потом, что еще здесь есть у меня? Вот этот ориентир, это не ЕБП. Здесь нету эксплуатации, ну как не эксплуатации. Это пути, которые не эксплуатируются. И стрелки перевести с помощью сигнала из блока невозможно. Поэтому здесь написано не ЕБП. Потом вот это что означает? То есть, как бы оранжевое. Путь очерчен оранжевым. Это пути, которые не используются. Они находятся в неиспользовании. Это то, что находиться будет, когда я пойду прямо. То есть я вот туда поеду, когда. С правой стороны одна часть просто отрезана. То есть стрелки стоят, все стоит, но туда запустить они не могут. И стрелки перевести не могут. И тут даже видно, что находится на одном из путей. 24169, это номер поезда. Ну и другой 24178. Как правило, это поезда для работ. Вот меня прочертили, видите, смотрите. То есть у меня прочерчено. Оп, мой светофор открылся. Вот он, пожалуйста. Открылся. Сейчас он, когда будет у меня продолжительность до третьего светофора, у меня он зеленым откроется. Но здесь у меня она есть продолжительность. То есть вот. И написано, кто едет. 242-40. Все, вот зеленый.
Так. Погнали. Сейчас я камеру поставлю поровнее немного. Вот так вот. Так, включаю вентиляцию. Есть. Так, проверяем на всякий случай. И потихоньку пробуемся. Сейчас у меня, сейчас скажу сколько, 1485 тонн. Да, 1425 тонн до 300 метров поезда. Так, 246 метров, 17 вагонов, Г-90. 2 электровоза серии 21. Время. Окей, поехали. Растягиваем потихоньку. Интернет я отключу сразу. Вот у нас секция занята уже. И вот таким образом можно следить, что происходит на вокзале, куда ты подъезжаешь. Заварен. Сегодня я бомжую, я свою кружку забыл, поэтому пью из одноразового стаканчика. Выехал я с опережением с небольшим. Как я и говорил, да, это вот. Здесь перекрыто, здесь даже стрелки присутствуют. Но пути сняты. Справа, например, путь еще остался. Хочу, поездов я не вижу. Может это эти, трактора, либо. Хотя нет, с той стороны вон же пути есть, и, скорее всего, там что-то стоит. Все не видно. Так, что-то там сначала, я уберу. Вот так вот. До 50 поднимаем.